Министр внутренних дел Российской Федерации Владимир Колокольцев и командующий силами охраны правопорядка Исламской Республики Иран Хосейн Аштари провели двустороннюю встречу в Пекине. Мы надеемся, что программа совместных действий, которая готовится к подписанию, придаст новый импульс нашему сотрудничеству. Владимир Колокольцев отметил перспективность обмена практическим опытом и информацией, особенно в области противодействия терроризму и экстремистским проявлениям. Также речь зашла о расширении сотрудничества в сфере противодействия наркоугрозе.